Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Значит, что я хочу сказать? Сейчас я перезагружу страничку. Мое видео носит чисто информационный характер. Так, это я сказала. И видео это по Capital Money. Значит, вчера, войдя в кабинет, как бы захотела зайти, у меня была такая ситуация. Кабинет заблокирован. Возможно, заходите и проверяйте кабинет. У кого кабинет заблокирован, вы идете в группу ВКонтакт и пишете сообщение. Значит, вот ссылочку я оставлю на группу под в описании под видео. Значит, вступите в группу и вот здесь написать сообщение, нажимаете и пишите сообщение, что ваш аккаунт заблокирован, так? Кабинет ваш. И вас разблокируют. Так, с этим понятно. И еще, что я... почему заблокирован, самое важное не сказала. Они ищут автокликеров. Потому что проект хороший, работает, платит исправно. И он уже очень давно работает и будет работать. Вот, ищут автокликеров. Ну, есть, конечно, на просторах интернета недобросовестные люди. Так, что еще хотела сказать по этому проекту? Да, самое важное. Если вы долго не заходите в кабинет, долгий период времени, аккаунт удаляется. Так что периодически заходите, как бы отмечайте, что вы есть в кабинете. Там тоже все это проверяют и все смотрят, наблюдают. Так, с этим понятно тоже, да? Ну, а я хочу вывести денежку. Денежка у меня 20 рублей. Так, серфинг я просмотрела. У меня тут с утречка уже 3 ссылочки. Так, заказать выплату. Выбор платежной системы. Так, 20.07 по умолчанию. Так, платежный пароль сейчас ставлю и закажу выплатить. Так, отлично. Выплата успешно произведена. Так, закрываю. Денежка, как мы видим, инстант. Вот у меня оповещение. Сразу идем на почту. И вот Payeer у нас берет комиссию 19.68. 26.12. Комментарий. Выплата пользователю Елена с проекта Capital Money.org. Все замечательно. Проект платит инстантом. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Тут еще бонус. Так. Ежедневно. Я его всегда забываю забирать. Получить бонус. Вот. Так что... Проект, конечно, хороший. Вот я здесь, есть услуга финансист. Вот с 3 рублей я начинала. Теперь вот 36 рублей. Мне надо как бы... Вот. Уже следующее я подсобираю, тогда уже куплю. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи и больших заработков. До новых встреч.